chị à. Chào buổi sáng. Anh chào các anh. Привет. Привет всем. Сегодня я пришла кушать чао кань. Это домашняя лапша по-вьетнамски. Вот такая лапша. Она делается как пельмени, тесто как на пельмени, наверное. Я так думаю. Потом пропускается через машину. И получается домашняя лапша очень вкусная. А? Вот, смотрите. Что-то застряло. Что-то не заработало, застряло. Кладут яички, яички маленькие. Все колбаса, яйцо, перепелиные яйца. А еще есть фарш, фарш пережаренный. Зелень, лук, зелень, все положим. Колбаска вьетнамская. А, два яичка. Колбаса. Фарш пережаренный со специями. Зелень. Вот, и порция готова. Все кушают. А, это мне принесли. Хорошо, это мне принесли. А, че всем? Вот так утром. Сейчас рано, 6:30. Все встаем рано. И кушаем рано. Вот такая лапша, она вот такая. Вот. Застряла, что-то не работает. Все, возьмем специи. Специи, ё-моё. Дойдула. Вот такая порция, ребята. Лапша домашняя. Не обращайте внимания, тут делается ремонт дороги. Камни разбросаны. Приходят еще много, много приходят еще с собой домой уносят. Я сегодня тоже ребенку домой принесу. Лапшу такую кушать. Все, пока-пока, счастливо, мы будем кушать.